Здравствуйте, в эфире Абакан-24 с прогнозом погоды Константин Аникин. Суббота, 24 июня, День молодежи России. Свою историю праздник ведет со времен Советского Союза. До 93 года он назывался Днем советской молодежи и отмечался последнее воскресенье июня. В субботу, 24 июня, в Черногорске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 13 градусов. В Саяногорске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечернее время суток плюс 13. В Сорске пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 17, в темное время суток плюс 10 градусов. В Абазе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20, ночью плюс 12 градусов. В Абакане пасмурно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Вечернее время суток плюс 13. Ветер восточный. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды в эфире Абакан-24. Всем самого доброго. До свидания.